Подмосковье на всех маршрутах общественного транспорта есть возможность оплаты проезда банковской картой или картой «Стрелка». По закону, принятому Мособлдумой, перевозчики обязаны информировать об этом пассажиров, иначе им грозит штраф. Сведения должны быть на входе и выходе из транспортного средства. При этом пассажир имеет право ехать бесплатно, если у него отказались принимать бесконтактную оплату.